Ровно 10 лет назад, 27 апреля 2007 года, президент России Владимир Путин подписал указ за номером 559 о присвоении Курску почетного звания «Город воинской славы». Торжественная церемония вручения грамоты состоялась в Кремле 7 мая в канун празднования Дня Победы. Курск, Белгород и Орел стали первыми городами в нашей стране, удостоенными высокого звания. Тогда в Кремле Владимир Путин напомнил о древнейшей истории нашего города. Слава курских воинов прошла через века и сохранилась в исторических летописях. После грандиозной огненной дуги имя столицы Соловьиного края вошло уже в мировую историю. 10 лет назад почетную грамоту из рук президента получили градоначальник Виктор Суржиков и герой Советского Союза, участник Курской битвы Михаил Булатов.